Всем здорово, ребят! Ну что, мы сегодня с вами собираем тот же состав, который мы собрали на русском сервере для теста. Посмотреть на смотрителя, который на английском сервере точно такой же открылся. Вот я сделал Ронина. Сейчас еще несколько героев дотестирую, точнее доделаю, и пойдем с вами протестим разницу 30-х прорывов и героев без прорывов. Так, Охник. Попробуем вот этого поменять. Я набил 3.050, но там у нас не прокачаны были герои. Сейчас мы попробуем здесь их прокачать, такой состав, потом уже следующего я хочу попробовать побить. Так, отлично. Другой вариацией. Так, здесь мы тоже поменяем снарягу. Посмотрим разницу с прорывом и без. Такс. Так, смотрим, что у нас еще. Фрэнка надо собрать. Так как он хороший ДПСник. Берем питомцев на урон всех. В принципе, я думаю, мы пока 30-ми прорывами особо проседать не будем, так как на русском сервере там нас сливали. Так, кто у нас уже? Давайте посмотрим, кто есть. Выбран. Так, Тесса. Собрана. Тесса раз. Сердцеедка. Два. Где-то здесь был Ронин с Берсом. Три. Фрэнк. Четыре. Орник. Пять. И Стрелка возьмем. Стрелка, в принципе, тоже можно переделать. Так, отлично. Поехали. Поехали, посмотрим, что у нас получится на 30-х прорывах. Так, будем стартовать с Овника. Я его сразу же первым закину.
стрелок. Так, самое интересное это выбор Ронина. Найти нужного нам Ронина. Так, Ронин есть. Франка ищем. Вот такой вот состав. Все с берсами, все с расколами, все с чарами. Поехали. Ну, я думаю, первый нам тут будет не проблема. Самое интересное, чтобы он процентуально нас не зафигачил. Второй. Но здесь, конечно, полегче. Я еще хочу попробовать смотрителем подамажить его. Это уже на следующий раз. Через месяц где-то приблизительно. Мы потестируем другой состав. Хотя, возможно, сделаем такой вариант. Я посмотрю, что там у нас по талантам. На тестом, либо на десяточке, но надо будет прорывы качать. Вряд ли я успею. Так, отлично, есть. Видите, у нас только два героя с этого всего списка. Ну, в принципе, без разницы, так как они прокачаны у нас хорошо и... Так, отлично. Здесь быстренько проходим. Разница, как вы видите, насколько разница прокачанный прорыв и герой, и непрокачанные прорывы по сравнению с русским сервером, это, конечно, небо и земля. Начинают проседать. Наконец-то. Возможно, знаете, талант смотрителя, он не будет настолько актуальным, потому что все-таки... Хотя он дает дополнительно, но у нас не будет скорости атаки у героев. Соответственно, раскол будет меньше срабатывать. Ну, кто его знает. Сейчас посмотрим, докуда мы сможем зайти. Ну, вроде пока у этого тоже успеваем убить за один заход. Прорывы, конечно, тащат, что вам говорить. Вы сами, в принципе, все видите. Теперь понятно, как на русском сервере ребята понабивали. Только с прорывами.
Конечно, здесь еще есть вариант добавить точности на героях, тогда они будут попадать, но это такие герои, которым точность тоже особо не хочется качать. Например, Тесси там еще можно, но остальные Фрэнку для битвы гильдии как вариант еще. Но остальных под точность качать тоже неохота. 50 уже. Отлично. Интересно, мы будем проседать хоть как-то или нет. О, вот начались проседания, причем конкретные. Так, смотритель нас отхилил. Смотрим, что будет дальше. Этого, наверное, мы все-таки будем бить два захода, скорее всего. Или успеем все-таки в один. Максимальные прокачки творят чудеса. Да, даже этого убьем за один заход. Если бы, думаю, добавили бы точности, бы намного больше набили. Ну, ролить сейчас созвездие — это геморное дело и неоправданное на любой локации. Так, ну что, успеем или нет? Было бы неплохо успеть за один заходик его прибить. Давай, давай! Тащите! Блин, чуть-чуть. Прям секунда в секунду идем. Должны дотащить. Ну добивайте его! Есть, добили. Красавчики. Смотрите, как секунда в секунду. 6. Ребят, 6 мы добили за один заход. Ну, пробуем. Здесь у нас по-любому потеряется попытка. Давайте даже возьмем для максималки. Такой вариант. Пусть зарядит там, ударит. Ух ты, сразу же минус 2. Блин, обидно. Не знаю, тут у нас уже вариантов, наверное, не будет. Надо было всех сразу выпускать. Нет, тут он уже минусует, причем конкретно минусует их. Хотя у меня тут есть идея попробовать поставить. Я, он фигачит просто бешено. Уменьшить. Я даже если мы отхил улучшим, это ничего не спасет. Пу-пу-пу-пу-пу.
вариант попробовать сюда священный суд поставить. Сможет ли он уменьшить ходящий урон или нет. Можно как вариант, в принципе, попробовать сейчас поставить ИСО героям, посмотреть, будет ли входящий уменьшаться или нет. Все равно это одна попытка. И не туда, и не сюда. Ну, Лунник, как видите, живет. Без Огника тут, конечно, сложно. Он парализует, поэтому отличный вариант. Либо же попробовать поставить сюда оккультиста как вариант. Но он тоже будет срабатывать не на всех. Да, обидно. Конечно, тут он бешено уже дамажит. Вариаций тут особо нет, к сожалению. Единственное, сердцеедка, чтобы включилась быстрее, как вариант. Она понижает атаку, может, это спасет. Давайте еще один. Попробуем так, а потом будем уже с вами определяться. Так. Попробуем сердцеедку сразу закинем. Пусть она его надебафит. Вряд ли она его надебафит там сильно. На понижение. Хотя, в принципе, да, вот прошло. Надо было изначально такой заход делать. Не знаю, вряд ли мы тут, конечно, успеем сейчас его затащить всего. Ведь изначально надо было кидать сердцеедку. И мы бы затащили за один раз. Сразу же 7. Ну, кто знал. Может, конечно, еще успеем, если повезет. Минута 30. Это по 45 секунд на один заходик. В принципе, идем нормально. Если не будут сильно миссовать, может и затащим. 15 секунд. Вполне вероятно. Ну, вроде идем отлично. Посмотрим, как на последнем будет. Ну, видите, первый. Я завтыкал, не так немножко выпустил. Надо было сердцеедку кидать. У сердцеедки очень обалденный скилл. За один заход 7-го пройти, ну я не знаю. Пишите в комментах, кто проходит. Открывайте секреты, если кто-то так проходит. Ну тут за один заход этого пройти, в принципе,
уже нереально. Если мы предыдущего за один заход прошли, то это вряд ли. Отлично. Что там по рангам? 5200 на седьмом. Но оно обновится. Сколько тут ранги обновляется. Ну, 7 мы выбили за один день. Я считаю, это очень, очень неплохо. Так, окей. Поехали. Еще одна попыточка у нас есть. Пробуем то же самое. Пускаем раз и сразу же в сердцеедку кидаем. Она его сразу же дебафает. Выкидываем всех остальных. Тут по времени, видите, тут по времени мы уже точно не успеем его максимум затащить. Да и предыдущего мы бы тоже уже на максимум не затащили. Но результат очень даже хорош. Надо будет в следующий раз попробовать поставить зеленые эмблемы, хотя бы посмотреть, как будет с ними. Берс плюс зеленые эмблемы смотрителя. Сейчас тоже, смотрите, очень неплохо идем. Возможно, с эмблемами Берса и этих тоже было бы довольно-таки очень хороший результат. Там срабатывание, в принципе, будет нормальное. Я думаю, это будет тоже хороший, интересный вариант. Попробуем, в общем, завтра этот тест сделать. Поставим эмблемы смотрителя на героя и затестируем. Возможно, так будет даже лучше. Раскол расколом. В общем, вот так вот, практически 8, 80 левел за один день. То есть, таким вот образом. В основном тут 1, 2, 3. Ну, точно так же, как я и на русском у себя набил. Вы этот видосик тоже увидите. Ну, вариант Берс плюс смотрителя. Эмблемки, думаю, будет интересен. Особенно завтра, когда у нас будет откатиться попыточки. Мы сможем это затестить. В общем, вот так вот, пишите комменты, ставьте лайки. Вот кто-то 4 набил. А, вот есть 7. 7464. То есть такой же, думаю, вариация. Где-то плюс-минус. Есть семерка.
Надо будет все-таки затестить смотрителя еще. Посмотреть. Как он смотрится со смотрителем. Все, всем удачи, всем пока.